Всем привет! Чтобы развоздушить топливную систему дизеля, нужен вакуумник. И сейчас покажу, как я вышел из положения. Это обычный насос. И вот его поршень, как мы видим, развернут в обратную сторону. То есть он у нас качает не сверху вниз, как обычно, а мы снизу тянем вверх и создаем разрежение таким образом. В этом месте у насоса стоит клапанок. Там должен быть шарик, но у меня его уже не было, поэтому мне было проще. Одел шланг, был у меня. Так, съездил в автозапчасти, купил от восьмерки обратный клапан. Вот он поставил. Ну, дальше обрезок тоже трубы от этого же насоса. Ну и одел на вот такие трубочки, которые впаял в крышку банки. Ничего тут сложного нет. Вот они так выглядят. Можно при желании, если нужно будет отсюда забирать, скажем, солярку или там бензин, можно нарастить трубку, силикон одеть на дно банки. Но я думаю, это не пригодится. Так, как одеть вот эти трубки, если у вас большого диаметра трубка, а вот эта тоненькая, вот здесь у меня, по-моему, 5 миллиметров вообще. Выходим из положения, берем термоусадочную трубочку. Лучше, конечно, брать та, которая внутри с клеем. Она не будет проворачиваться. Вот если здесь я положил марочку, но она не проворачивается. Здесь мне пришлось тоже положить, поскольку на кембрике трубка гуляла, чтобы подсоса воздуха не было. Ну, дальше одну, потом большего диаметра. Ну, и так подогнал под нужный мне диаметр и тоже положил марочку. Думаю, вы сами все это увидели, выводы сделали. Ну, а сейчас на машине. Так, эта система у меня работает. Насос, обратный клапан, банка впаял. Ну, я уже, наверное, говорил. Так, и вот я уже одну баночку откачал. Шланг я здесь передавил с трубцинкой. Баночку слил. Но одному показать это вряд ли, наверное, получится. Надо одному держать, одному качать. Ну, поверьте, что это как бы работает. Так, струбцинку снял. Немножко попробовал. Вот идет. Сейчас постараюсь показать, как она ее туда засасывает. Вот мы качаем, вакуум создаем, кверху тянем. Она пошла. Так что все. Вся система работает. Сейчас закачиваю солярку в топливный фильтр. Сейчас еще баночку прокачаю. Надеюсь, что фильтр у меня будет уже полный. Вот он течет. Так, ну сейчас я подсоединил к третьему цилиндру. И вот мы видим, сейчас вот как раз било из него. То есть насос я заполнил. Сейчас еще мы качнем. Вот у нас забило. То есть система вот эта моя работает, может кому-то это пригодится. Сейчас еще хочу сделать вот сюда переходники, чтобы вкручивать сюда штуцерок.
и прокачку делать отсюда, чтобы и все трубочки на подходящие на двигатель тоже заполнить солярой.